Вот. Так, сейчас будем смотреть резину. Та-та-та. Где этот киевский? Что-то я не пойму. Где-то он тут был, киевский. Ага, вот это. Всего лишь 1500. 1500 за 4, за такие красивые дисочки. Тапочечки. Ну какие, смотрите. Красотулечки. То, что надо вообще для хорошей жизни. Так, а тут пишите здесь вопросы. Забрать можно, ага. Не грелись, без трещины с вами. Та, я сзади наперед читаю, как еврей. Тут, блин, цена за один диск. Та, иди нахер. Пошли дальше. Диски, так. Ух тышка. Пять. Ой, тут мне кредит предложили. Так, диски 14, не, 5 не подходит. У меня 4 дырки. У меня 4 дырки. Не бойся лома, бойся вилки. Ух ты, ничего себе, тут огнище какое. В идеальном стане, считай, 1000 за колесо. Такие прям цветочечные лепесточки. О. Нифига себе. Красота. Ну тут серьезно, Kia. Ну это Kia, не. А, так еще и на 15. Да не, не хочу на 15. Резину подбирать там потом, а то. Не. О. Диски. О, диски. 195, не, 15, не. Так, 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 так. Аквариум 50 литров. Или лошадиных сил с тумбочкой. Так, диски легкосплавные. О, 3000, так, вроде ничего. Недорого, что-то. Интересно, интересно. Нанесли царапины, продлили надобности. Угу. Разболтовку не знаю, у меня стояли на десятке. Ой, что же, что же это такое? Наверное, не надо мне связываться с таким. Да. Ага, обзор. OLX. Олх. Диски легкосплавные. Так. Так, этот был уже у нас. Ого, ничего себе, тут баллоном покрасили. За 5000 продают. Тоже вариант, ага. Да. Титаны, авиа, уже гули вас, все подряд. Все. Так. Не знаю, что это. Колеса как колеса. Ничего такого. Ух ты, вот это серьезная вещь. О, такие посмотрелись. Ну, да. Вот это красота. Спицы какие. Ням-ням-ням-ням-ням. Фиат. Ланос. Так что? Что они широкие какие-то сильно, да? Красивые такие, блин. Так, что там? Цена за один, как обычно, да? Так, что-то тут. Не, ну я сохраню, но он не знаю. Красота. 4 болта, все дела. Ух. Титанчики. Титан, еще не факт, что титанчики. Ну красиво, красиво. 7 косажиков. За 4 тапочка-то, ну. В том, что жрать хлеб сухой, бля. И макароны.
Титановые диски 5000, тоже красиво, но не знаю. Такое 1000, считай, 200 за колесо-то. Ну, с Мукачева еще за 1200 привезти. Вон, маску-то купил и погнал по дну херячить. Так, так, так. Тоже такие красивые, но дорого, не. Ой, ребятки, что-то тут много интересного. Так, 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 так. Тоже такой звездочки. Ну, блин, что до хера дорого. Чё мне титаны только выдает? Я железный. О, отлично. Вот такой вообще. Поставил колпаки и погнал. 200 гривен диск. Что он один, что ли? Надо ж 4, наверное. На одном ехать как-то. Один диск, ну не. Что там дальше у нас? Есть такое. Ой, классно. На смарт какие-то, не знаю. Может, что-то хорошее попадется. Резина с дисками, интересно тоже. 4 болта вроде моё. 185, блин. Широковатстенькая. А так, конечно, прикольно. На аудюхе стоял. Надо написать ему. На. Я ж не робот. Вот такие вот дела. Может быть, подойдут. Ну, блин, 185, у меня 175. Ну, не факт. Ух ты, фаркоп даже за 900 гривен может. Класс. Обалденно. Гнильё, кусок за штукари, так капец. Что тут у нас? Титаны Opel Vector 2500. 5 болтов, не, мне на 4. Ух ты, ничего себе. Краситуля какая. Не. Не пойдет. О божечки, нет, пошли дальше. Тут у нас пассатовские, тоже 5 болтов, диски. Ого, 245, ничего себе. То там ширина, так ширина. Ох, а, двадцатка, ну это на самолет еще можно поставить. Так, 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 что-то сегодня ничего, так что-то не ловится, что-то. Улов какой-то слабенький вообще. Пассатик. Тут вектора нет. Так, так, так. Ух тышка. Део, не. Да нет, это так ничего вроде прикольное. Ого, красные вообще, блин. Блин, столько всего, капец. Что, не могу. Нема. Так. 5000 это слишком много, не. Не, куплю железные, вот то за 2500. Да и все. А то и будет мне счастье. Нафига вот то, блин. Потом ямы катаю их там, туда-сюда. Тут так, да, микрофончик закрыл пальцем, да? Диски, так, 184-100. Ну, такое, 150 баксов.
Ладно.